Всем привет! Мы на рыбалке. Майны подготовили, веревку привязали. Теперь проверочка сетей у нас пойдет. В общем, это получается первое. Сами не знаю, как будет попадать поближе. Что будет попадать, что где, что куда. Оба шнура вытянул, да, блядь. Что-то камеру сбил всю. Ты сбил-то? Я сбил. Вот это такое. Связал сетку, ты где порвал? Нет. Вот, стоит-то, блядь, если ты не так, ты что так достаешь? Два шнура. Так, блядь, если порвал, как мне доставать? Я был. Блядь, тяжело тянет. Расправляй ее, что ты сцепился? Связать хоть надо. Расправить, что связать. Рыба наебала там, блин. О! Блять, оборван верхний, что-то тут тоже, блять. Это вытащит связать-то. Что нахуй-то такой? Придется ее менять. А что, сэр, рваная она? Нормально тут, вон так идет, как рваная. Меняем там, сейчас заделаем, просто тянем так веревку с этой стороны, привяжем, да и все. Что менять-то ее? Вот небольшая, на килограммчик. Оп. 3.
Димка говорит, еще что-то дергает. Сейчас посмотрим, что там за дергание такие. Все порвано. Ниже, низ. Все. Дай мне ножик. Сейчас. Упалось нам 3 рыбины всего. Не очень большие. Всего 3 рыбки. Не густо. Ну и сетка тоже вся изорвана. Не повезло. Бывает. Будем проверять дальше. Посмотрим, что будет. Она может мне нога такое просто порвала верха, блин. Вот. Димка помучился, вроде подраспутал немного. Пошла вторая. Сейчас посмотрим, что в ней. Что за рыба? Десятка. А, это уже нормальное. Все, друг, держу, держу, Димасик. О, хорошая щучка. Медуху. Мерчатка это. Одна есть. Димка говорит, еще что-то дергает. Сейчас посмотрим, вот. Что там вот дергает. Связано. Похоже, что нет. Тихо, стой. Чего? Стой, стой. Ушла ты, да? Стой, вон она, да. Ну, дергает, что-то я тихо, 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 тихо. Пропустили? Так, блядь, говорю, что-то, блядь, вроде дергало, мелькнуло так. Небольшая. Пять небольшая. Это уже третья. Четвертая, ну тоже небольшая. Так, вот, два. Небольшие хоть путают не так, да?
Хотя там-то маленькая вроде запутала. Что? А, ты говоришь, большие не так путают? Ну. А, ну да, а маленькая такая она вертела. Вот, лучше бы наоборот. Вот и все, 4 рыбки, больше на одну. Это ништяк рыбина. Ладно. Так. Пошла третья сеточка. Посмотрим, что в ней. Что там за рыба? Это рыба. Дергало-то нормально, блядь. Отвечай нормально, дергало, может, не это, блядь. Похоже, что тут всего одна малышка. Ладно, посмотрим, что следующий будет. Ай, подстава, блядь. Так, тут 70-ка, посмотрим, что в ней. После одной маленькой щучки, так что-то у меня никаких надежд даже уже не осталось. Ничего не дергает. Вот, в этой сетке рыбу ноль. Бывает ли такое? Не помню даже, когда такое и бывало. Ладно. Теперь я тяну сетки. Димон еще в майну провалился. Надо же. Вообще дилетантище какое-то. Давай. С кем связался? Одно название от рыбака. Блин, папа-то как. У нас с осени сетки-то были, так их подрастянуло. Пришлось веревки навязывать. Так вот и ловим. Я тоже думал, что покрупнее. Тоже
обманул. На Димке подыграть. Не все же ему-то лучше на уши вешать. На 6, а чего именно на 6? Какой, чего не на 5,5? Знаешь, блин, фу. Две. Давай вот так. Иди дальше, ныть. Больше не чувствую. Через каждый метр. Две рыбины. Тоже не очень хорошо. Небольшие причем. Так, тут что-то дергало. Так что сейчас папа Миша покажет, надо ловить рыбу. Тут 70-ка стоит. Так что может быть что-то даже интересное. Вот. Миха-то получше вроде ловит. Сейчас идет в это и все. Ну так и все, и этот за ней пойдешь нырять тогда. Он поймать не может. Там, наверное, все, да. Там тогда и сиди. Ну все. Что-то немножко осталось, веревка зацепилась. Ну вот, осталось две сетки проверить. И все. Не очень рыбалка нынче вошла. Может, две сетки удивят. Ну, что-то меня берут уже сомнения.
Тяжелые палы, еле пушены. Интересно. Маленькие, правда. Две сразу, Димка. Сразу две. Я-то достаю, думаю, крупное что-то. Но смотри, нет, две маленькие. Четыре маленькие рыбки. Чё? Ты четыре поймал, я четыре. Все по-честному. Еще три. Восемь я поймал. Ну, а у меня семь уже. Так эти-то чё? А это чё, тебе не рыба, что ли? Кошки. Ну вот, одна сеточка осталась. Счет у нас с Димоном 7-8. Пока в пользу Димона. Но все шансы у меня есть. Он будет что-то равное сесть, на 5 кило вытащить. Какое равенство-то, если я на 5 кило вытащу? Тут уже все, ты проиграл. Ты главное вытащи. Я признаю это свое поражение. Ну, пожалуйста. Все, да, мне. Ну вот. А? Знаю, можно и привязать. Вот весь наш улов. 21 рыбинка. Не так уж и густо, конечно. Честно-то признаться, это пипец как позорно. Но ничего не поделаешь, раз на раз не приходится. Первая проверка. Не бывало такого никогда. Вынял, чтобы заснять, показать, что поймали, что наловили. Ну ладно, потешим домой. Пришли сегодня поздно. В 11 только приехали, поэтому уже темнеет. Вот. Ладно, всем пока, до следующего раза.